Так, я всех приветствую, рад всех видеть. Сегодня мы поговорим про Kubernetes. Давайте для начала представлюсь. Меня зовут Павел Толстиков. Последние 10 лет примерно я занимаюсь разработкой на бэкэнде. И в данный момент я работаю, я руковожу небольшой командой в компании ITK. Мы разрабатываем облачную платформу на основе Kubernetes. Компания занимается Kubernetes, OpenStack и другими смежными технологиями. У компании есть именитые заказчики, далеко не все представлены на этом слайде. Итак, мы, как Марк уже говорил, был предыдущий доклад про Docker. И этот доклад является как бы небольшим продолжением. Тут будет немножко отсылок, но в целом будет небольшой спойлер, но в целом они практически не можно смотреть их в произвольном порядке. Итак, в прошлом докладе мы остановились на том, что контейнеры нам дали универсальность. Появляется большое количество микросервисов, и теперь нам всем этим нужно рулить. Поэтому мы поговорим про оркестрацию. Ну, вообще, что такое оркестрация в плане контейнеров? Это, собственно, управление всем, распределение контейнеров по машинам, настройка между ними сетей, подключение хранилищ и так далее. Кто же сможет рулить всем этим большим многообразием контейнеров? Ну, естественно, мы будем говорить про Kubernetes. Kubernetes, само слово, происходит от греческого и означает рулевого, того, кто управляет кораблем. В тексте Kubernetes иногда сокращают до K8S. Ну, у них и домен есть такой, K8S.io. Так, в чате сообщение, что нету звука. У кого есть звук? Да, пишут, что звук есть. Да, отлично. K8S, кто-нибудь знаком с таким обозначением? Кто-нибудь может знать, почему Kubernetes сокращает до K8S? Или, может быть, у кого-нибудь есть, кто-нибудь знаком с другими подобными обозначениями? Да, все верно, в чате правильно пишут. И пример internalization, да, есть такой метод сокращения, который называют нумеронимом, когда длинное слово сокращается, пишется первая и последняя буква и количество букв между ними. Ну, всем знакомые internalization, localization, globalization, personalization, и еще вот я, интересно, находил observability, ну и K8S, соответственно. Немного фактов про Kubernetes. Kubernetes появился в Гугле. Первый анонс был в 2014 году. Написан он был под влиянием системы Borg. Borg был написан на C++, но Kubernetes полностью написан на Go. И есть еще статистика от 2018 года. Проект Kubernetes на GitHub занимал 10 место по количеству коммитов и 2 место по количеству авторов, количеству issue. Кто-нибудь знает проект, который остался на 1 месте, который Kubernetes не смог обогнать? Нет, это самый большой проект на GitHub, это, конечно, Linux ядро.
Еще важный момент. Релиз Kubernetes версии 1.0 был в 2015 году. Вместе с этим релизом Google передала этот проект в некоммерческую организацию Cloud Native Computing Foundation, которая является частью Linux Foundation. Почему это важно? Потому что Google, несмотря на то, что он остается очень крупным разработчиком Kubernetes, тем не менее позволяет другим крупным компаниям включиться и таким образом добиваться, делать решения, которые могут быть выгодны, могут быть интересны многим игрокам на рынке, а не только Google самому. Ну и в этой организации, помимо Kubernetes, есть еще очень много интересных проектов. На данном слайде перечислены те проекты, которые имеют отношение к самому Kubernetes, но там есть еще очень много интересных. Так. Ну и давайте поговорим, чем же является Kubernetes. Собственно, для ответа на этот вопрос можно открыть официальную документацию, там одна из первых ссылок. Это что такое Kubernetes? И там перечислено несколько пунктов. Давайте их немножко рассмотрим. Kubernetes предоставляет автоматическое расположение контейнеров на ваших машинах. Kubernetes автоматизирует выкладку новых версий и откат изменений. Kubernetes в целом самовосстанавливающаяся платформа. Что это значит? Если произошли какие-то ошибки, если случилась неисправность сервера, и он выпал из сети, либо какие-то неисправности в программе, и завершились программы с ошибкой, то Kubernetes пытается восстановить, запустить на другой машине, перезапустить контейнеры полностью в автоматическом режиме. Kubernetes предоставляет обнаружение сервисов и балансировку нагрузки. Также он предоставляет управление секретами, различными паролями, сертификатами и тому подобным, и конфигурацией контейнеров. Ну и управляет также хранилищами подключаемыми. И еще интересный раздел на той же странице. Чем же Kubernetes не является? Kubernetes не собирает вашу программу и не деплоит. То есть все, что обычно подразумевается под аббревиатурой CI/CD, нужно ставить отдельно. Конечно, Kubernetes может предоставить для этого мощности, чтобы запустить на нем необходимые для CI/CD раннеры и тому подобное. Kubernetes не предоставляет каких-то сервисов для приложений, никаких очередей сообщений, баз данных, либо чего-то подобного. Концепция такая, что Kubernetes просто запускает любые контейнеры, поэтому если вам нужна какая-то очередь сообщений, то вы можете запустить очередь на кластере и использовать ее. И Kubernetes не предоставляет каких-то средств, продвинутых средств конфигурации серверов. То есть, если вы разворачиваете кластер, вам нужна какая-то помощь для того, чтобы настроить новую машину и включить в работу. Ну и когда я задумывал этот доклад, в общем-то, в клубе программистов, мне подсказали отличную идею, что надо бы рассмотреть конкурентов. Kubernetes стал таким практически золотым стандартом еще с первого
там буквально первый год-два после анонса, всем стало понятно, что эта система, у этой системы большое будущее, за ним стоят большие крупные игроки, такие как Google, Red Hat, IBM, да, кто угодно. И она позволяет, ну, позволяет решать очень многие проблемы. Ну и тем не менее, конкуренты все же есть. Давайте и попробуем их рассмотреть. Конечно, было бы интересно узнать, а сколько же пользователей у Kubernetes, сколько пользователей у других платформ. Но ответ на этот вопрос, точных цифр узнать очень тяжело. Естественно, какой-нибудь Amazon не расскажет, сколько его пользователей пользуются Kubernetes, сколько другой системой. Поэтому единственное, что остается, это различные опросы, отчеты, исследования и тому подобное. И если мы будем находить один отчет, другой, сравнивать, то там могут иногда значительно различаться цифры, и также может даже различаться там расстановка мест. Поэтому я призываю сильно на цифры не смотреть, но вот для примера просто буквально первый отчет, который найден в Гугле по запросу контейнер, оркестрейшн, маркет шер или что-то подобное. Отчет относительно свежий. И, ну, опять же, я повторюсь, что на цифры смотреть не надо, но в другом отчете будут цифры другие, но, тем не менее, из отчета в отчет попадаются одни и те же конкуренты. Давайте их просто про них немножко поговорим. Итак, одним из крупных конкурентов является Amazon ECS, Amazon Elastic Container Service. Он был представлен в 2014 году и для всех стал доступен в 2015. Этот сервис доступен только в облаке Амазона и нигде иначе. То есть он дает некоторый vendor lock-in, такой замок. Если вы им воспользуетесь, то вам уже будет сложно переехать к какому-то другому провайдеру. Единственное, он есть у Amazon, есть такой проект LocalStack, который реализует большинство API Amazon. Его можно использовать для какой-нибудь локальной офлайн разработки или чего-нибудь подобного. И там даже есть ECS, но только в платной версии. Несмотря на то, что Amazon ECS появился примерно в то же время, что и Kubernetes, Kubernetes, управляемый в Амазоне, появился всего лишь совсем недавно, в 2018 году. Конечно, и до 2018 года никто не мешал пользователям Амазона самим установить на компьютер кластер Kubernetes. Но обычно все-таки в облака не затем ходят, чтобы самим устанавливать сервисы, а затем, чтобы пользоваться так называемыми managed-сервисами. И Kubernetes долгое время не было. Ну, еще можно отметить, например, момент, что Amazon ECS в данный момент предоставляется бесплатно. Нужно платить только за машины, которыми он управляет. А Kubernetes стоит каких-то небольших, но все-таки денег. Ну и у Амазона пользователей довольно много, поэтому, собственно, ECS довольно популярный для управления контейнерами. Следующая система — это Docker Swarm. Все знают, что такое Docker. По сути, у многих становится как синонимом к контейнерам. Ну, естественно, Docker тоже сделали свою систему оркестрации и всячески ее
рекламировали, но тем не менее, несмотря на все усилия, Docker Swarm пользуется относительно небольшое количество людей. У меня есть своя история с изучением докера. Собственно, когда я полез изучать докер, я зашел на официальный сайт, открыл какой-то там Quick Start Guide или что-то подобное, и просто там по порядку проходил быстрое обучение, делал что-то, собирал контейнеры, запускал. И в следующий момент мне понадобилось несколько контейнеров запустить и объединить между собой. И я, соответственно, открываю следующую главу этого обучения, и там идет обучение, как установить Docker Swarm, как на него запустить контейнеры. Мне это показалось довольно сложным только для того, чтобы запустить пару контейнеров. Ну, я полез в Google и, собственно, нашел то, что мне нужен был Docker Compose. Docker Compose тоже был в этом обучении, но шел через несколько глав. То есть я для себя сделал вывод такой, что компания Docker очень хотела протолкнуть систему Docker Swarm, и для этого даже в своем обучении нарушили принцип перехода от простого к сложному только для того, чтобы больше инженеров поработали со Swarm, и он был знаком. Следующая система оркестрации, причем это даже не просто система оркестрации контейнеров, а это целый класс систем для управления компьютерными кластерами. Называется Apache Mesos. Изначально появилась как студенческий проект в университете Беркли. Долгое время развивалась. В этот набор входит несколько систем. Система Marathon как раз занимается оркестрацией контейнеров. Из основных характеристик можно сказать, что подходит для управления кластерами большого размера. И интересным моментом является, что есть коммерческая компания Mesosphere, которая в том числе занимается развитием, и у нее есть партнерство с Microsoft, и то есть есть информация о том, что данные системы управляют облаком Azure. Ну, еще можно отметить Nomad, это система от компании HashiCorp, довольно известных среди разработчиков своими тулами, такими как Lagrand, Consul или Terraform. Из особенностей HashiCorp преподносит ее как систему с максимальной простотой, то что она содержит всего лишь один бинарный файл, легко устанавливается. Также может запускать как докер-контейнеры, так и есть поддержка виртуализации, есть специальная поддержка Java-приложений, либо может запускать просто любые бинарники. Ну и давайте вернемся к отчету. На картинке я отметил красным все то, что не является кубернетсом. Здесь есть как четыре системы, которые мы кратко рассмотрели, так и там есть неизвестные, другие. Apache Aurora 4% — это, например, система для выполнения заданий, которая также входит в Apache Mesos. Ну, то есть мы отметили другое, а все, что не отмечено, это Kubernetes. Естественно, возникает вопрос, а как бы Kubernetes, вот он есть, а почему это разные строчки и чем они отличаются? Соответственно, чтобы ответить, давайте посмотрим, какой бывает Kubernetes. Естественно, есть такой проект на GitHub, github.com/kubernetes/kubernetes. Там лежат исходные коды. Казалось бы, вот бери его, собирай, ставь, и вот он есть, Kubernetes.
И действительно такой путь есть. Есть довольно известное руководство Kubernetes The Hard Way. Оно рассказывает, как по частям из открытых исходников собрать, установить, запустить. Рекомендуется всем, кто хочет в деталях разобраться во всех тонкостях Kubernetes, его взаимодействия с другими компонентами. Но, естественно, это довольно тяжелый путь для первого знакомства. Ну и в противовес есть самый легкий путь. Во всех публичных облаках есть управляемый сервис Kubernetes. Он есть в Амазоне, в Гугле, в Azure, в Яндекс.Облаке. Даже, например, у DigitalOcean, который долгое время считался провайдером, предоставляющим минимальный набор сервисов. Даже у DigitalOcean есть свой managed Kubernetes. Что можно сказать про managed? Ну, он либо совсем бесплатен, например, у Гугла до сегодняшних примерно дней, там, до этого года, он был, по-моему, бесплатен совсем. Либо он стоит каких-то денег, Amazon 10 центов за час, за один кластер. У Яндекса, например, примерно похожие цены, 6 рублей, 14 рублей, в зависимости от типа за час работы. Ну и, естественно, дополнительно требуется платить за вычислительные ресурсы, которыми управляет Kubernetes. Еще можно отметить различные дистрибутивы. У них разные лицензии, разные условия, какие-то доступны, какие-то коммерческие, какие-то включают поддержку, вариаций много. Например, есть крупный известный дистрибутив от Red Hat, который называется Redshift, и также у них есть, подобно с Linux дистрибутивами, как у них есть CentOS, так и у них есть версия Kubernetes, которая доступна для скачивания и, по сути, является open-stream'ным таким, open-source'ным таким аналогом коммерческого дистрибутива. И помимо самого Kubernetes есть дополнительные утилиты, которые помогают его установить, настроить на кластере. Ну, естественно, это тоже довольно тяжелый путь для того, чтобы просто посмотреть на одной машине, а есть специальные дистрибутивы. Например, можно отметить Minikube. Это, можно сказать, официальный, то есть от тех же авторов Kubernetes, официальный дистрибутив для разработчика. Он ставится на одну машину. Там есть возможность, в принципе, даже подключить несколько машин, но, опять же, в целях разработки, в целях тестирования. Есть поддержка различных режимов установки, он может устанавливаться в докер, на виртуалке, просто на машину. Также можно отметить дистрибутив Micro-K8S от Canonical. Еще можно отметить дистрибутив K3S. K3S — это не совсем Kubernetes для разработчика. Он нацелен на системы с низким, с небольшим количеством ресурсов, авторы уверяют, что его можно запускать, в том числе с какой-то нагрузкой полезной, на Raspberry Pi. И стоит отметить такую систему, как Kubernetes in Docker, Kind. Она в основном используется для того, чтобы тестировать либо сам Kubernetes, либо его какие-то расширения, надстройки. Позволяет буквально за там, 10-20 секунд запустить новый кластер из нескольких нод. Ну, конечно, это будет все крутиться на одной машине внутри докер-контейнеров, но работать будет, как будто это
большой мультинод кластер и позволяет протестировать очень хорошо протестировать разные вещи. И для тех, кто вообще ничего не хочет ставить, Kubernetes доступен просто в браузере. Есть playvivk8s.com. Это сервис от компании Docker. И есть такой сервис, как Katacoda. Katacoda – это довольно интересный проект. Он подразумевает обучение различным компьютерным технологиям. Там есть уроки, можно их открыть. Под урок готовится окружение. И в том числе там довольно много уроков по Kubernetes и связанным темам. Поэтому можно открыть, и вам тут же готов Kubernetes, в котором можно поработать, позапускать команды. Ну и по ходу еще пройти какие-то курсы, что-то новое для себя открыть. Рекомендую посмотреть всем, кто еще не видел. Я для экспериментов ставил микро K8S на свою машину. Установку там буквально занимает 5-10 минут. Чтобы все это сейчас в онлайне не делать, я сделал заранее, записал, можно будет потом посмотреть. Ну и кажется, мы готовы запустить свой первый. Ну а теперь вопрос, собственно, а что запускает Kubernetes? Если кто-нибудь знает, напишите. Мы говорили о том, что Kubernetes – это система оркестрации контейнеров. Казалось бы, логично предположить, что Kubernetes запускает контейнеры. Но на самом деле нет. Минимальной единицей, которую может запустить Kubernetes, является pod. Английское слово pod, которое означает стручок гороха, либо есть другое техническое значение, что это минимальный отделяемый там от устройства, от машины, от самолета модуль. Из чего же состоит этот pod? Pod состоит из одного или более контейнеров. Также у пода могут быть init-контейнеры, которые запускаются в начале при инициализации, отрабатывают, и дальше также работает один или более контейнеров. Для чего вообще это нужно? Стоит отметить, что у контейнеров, естественно, у каждого может быть свой образ, поэтому в целом файловая система у каждого контейнера в поде своя, но у контейнеров у контейнеров получается общая сеть, а также, может быть, подключаемые тома тоже могут быть общие. И для чего могут быть поды? Вообще, чисто технически, да, мы можем в поде запустить все наше приложение, запихать туда контейнер с базой данных, запихать контейнер с приложением, еще с чем-нибудь. Но это неправильный путь. Например, он не позволит отдельно промасштабировать ваше приложение отдельно от базы данных. То есть pod – это такая неделимая сущность. Kubernetes может запустить его только на одной машине, только полностью, не какие-то отдельные части его. Несколько контейнеров в поде могут быть нужны для того, чтобы запускать тесно связанные друг с другом приложения. То есть, например, какую-то базу данных и систему, которая как-нибудь смотрит налоги, делает бэкапы. Либо ваше приложение и какой-нибудь прокси, через который она ходит в сеть для других приложений. В общем, какие-то такие сценарии. Pod является базовым блоком для всех других объектов, которые запускает Kubernetes.
Но, тем не менее, самим создавать его в продакшн-окружении неправильно, потому что, например, под может в случае каких-то проблем, например, если откажет машина, на которой работает, то этот под просто потеряется. Обычно в продакшене под создает кто-то другой, но поскольку они все равно всегда есть, создаются, то нам надо будет с ним поработать и понять, как он устроен. И перед тем, как мы двинемся дальше, я бы хотел еще сказать еще один момент про методы управления. Есть императивные методы, когда мы отдаем команду запусти такой-то контейнер, запусти три таких-то контейнера, прибавь громкость телевизора, там, прибавь три раза громкость телевизора. А есть декларативное, когда мы управляем, когда мы устанавливаем состояние, которое мы хотим достичь. Мы не говорим «запусти три контейнера». Мы говорим «я хочу, чтобы работало пять контейнеров». И система сама будет делать все необходимые действия для того, чтобы, желаем, для того, чтобы достичь требуемого состояния. Так. Ну, и давайте рассмотрим, собственно, декларативное описание пода, как оно есть в минимальном варианте. Итак, у всех описаний в Kubernetes есть 4 глобальных пункта. Да, это описание на языке YAML, который, по сути, является подмножеством JSON-а. Можно писать и в JSON, соответственно, если мы пишем какой-то API, нам может быть удобно делать это в JSON, но если мы пишем руками, отправляем из консоли, то YAML остается, получается более удобный, как минимум, из-за того, что он чуть более компактный, плюс он всегда содержит правильные отступы, поскольку они являются, форматирование является, собственно, разметкой. JSON может быть написан в одну строчку, не читаем. Плюс в YAML могут быть комментарии. Итак, описание содержит 4 базовых блока. Это API version kind, первые 2 строки. Они, собственно, говорят о том, что это за объект и где... Откуда, из какого набора API-версии, где этот объект описан. Следующий блок – это метадата. То есть это все метаданные объекта, которые не влияют, собственно, на его там, характеристики, на то, что он выполняет, но позволяют с ним работать. Ну и четвертый блок – это спецификации. То есть в них описывается все, что мы хотим, все параметры, которые есть у объекта. Итак, с чем мы будем работать? У Kubernetes есть встроенная консольная утилита kubectl. Она позволяет работать с Kubernetes, запускать различные команды, есть как императивные команды для того, чтобы запустить контейнер какой-то, есть декларативные команды, которые говорят «примени такую-то конфигурацию», ну и различные команды для диагностики, дебага и тому подобного. Ну и про, собственно, императивные команды можно сказать еще один момент, что они меняются со временем. И, например, раньше можно было с помощью команды kubectl run запустить различные объекты, создать. И вот в последней 18-й версии
уже убрали эту возможность. Kubectl-run запускает только поды. В общем, там есть с императивными командами есть сложности в том, что их, как бы их нужно знать, там разный формат у всех. А также есть сложность в том, что они меняются. Итак, давайте отправимся на... Так, мы сейчас зайдем на машину. Я создал виртуальную машину, установил Kubernetes, и сейчас он, в принципе, готов для того, чтобы мы поэкспериментировали. Kubernetes, так же, как и Docker, можно сказать, что клиент-серверный, да, то есть утилита kubectl, она подключается к серверу Kubernetes. А если мы запустим version, она напишет версию самой утилиты, client version, а также версию сервера, к которому подключилась. Итак, мы я подготовил несколько файлов описания, с которыми мы будем работать. Давайте посмотрим на так, забыл поставить бета. Да, вот у нас описание пода практически в минимальном виде. Также, собственно, еще момент, мы можем посмотреть, а что же сделает команда run, если мы так, в чате говорят, последнюю строку консоли не видно. Так, это, наверное, очень печально будет. Так, разобрались, что проблема. Да, хорошо. Продолжаем. Итак, есть опция dry run. И, например, мы можем. Так, у меня постоянно сбивается фокус. Если мы запустим, так, да, ошибка, что требуется имя. Если мы запустим dry run с параметром клиент, то мы увидим, собственно, какой объект kubectl отправил бы на сервер. Давайте просто применим. Мне и самой это приятно. Так. Просто применим уже подготовленный файл. Итак, Kubernetes ответил, что под с таким-то именем создан. Хорошо, мы можем его увидеть. Есть команда. Команда get просто возвращает ресурс, как он есть. Мы видим название, второй столбец ready, и числа через slash – это, собственно, количество контейнеров в поде всего,
и количество уже запущенных контейнеров. Соответственно, у нас один контейнер, и он уже запустился, поэтому один из одного. Статус running. Здесь могут быть различные статусы. Ожидает, завершается, какие-то ошибки. Количество рестартов указано и возраст, когда этот под был создан. Ну, на самом деле, это не все параметры, которые есть. Это в табличном виде, а не только для краткости. Можно, например, попросить широкий вывод. В широком выводе будет немножко больше параметров. Здесь добавляется IP-адрес. Да, это важный момент, что Kubernetes для всех запущенных подов создает свою виртуальную сеть, в которой они могут общаться друг с другом, как будто они в локальной сети, независимо от того, собственно, как, где развернут кластер. Node – это имя узла, на котором запущен под. Ну и еще несколько параметров. На самом деле, даже это далеко не все параметры. Все параметры мы можем увидеть, если попросим вывод в YAML или в JSON. Ну, давайте попросим YAML. Так, что у нас? Итак, как здесь получился items, потому что я запросил список подов, а не один конкретный под. Поэтому тут дополнительный еще уровень вложенности получился. Собственно, с третьей строчки идет описание пода, примерно как мы его сформировали, API-версия, тип под, различные метаданные. Тут добавились различные поля по умолчанию, а также другие параметры, которые Kubernetes установил уже после. Собственно, идет спецификация, образ, который нужно запустить, различные другие параметры. Есть статусы, есть, так, да, есть адрес хоста, на котором он работает, IP-адрес пода, ну и все, в общем-то. Команда get просто берет и выдает все параметры так, как они лежат в базе у Kubernetes. Есть еще другая команда, describe. Да, в командной строке работает подстановка, то есть если completion настроен, то она настраивает по названию имеющихся объектов. Команда describe, в отличие от команды get, собирает данные из разных источников и выводит их в человекочитаемом формате. Значит, здесь есть и те же самые данные, данные про контейнера, появились данные о конкретных ID запущенных контейнеров. И есть самое важное, это events, события. Если что-то не работает, собственно, это, наверное, первое место, куда стоит посмотреть. Здесь будут ошибки, ворнинги и тому подобное. Ну, в данном случае здесь не так много событий. Здесь есть события о том, что образ контейнера скачен, события о том, что он назначен на какой-то узел, а также о том, что создан контейнер и запущен. Итак, наш под, собственно, работает. В этом контейнере та же самая программа, с которой мы экспериментировали в докладе про Docker, которая отвечает названием хоста. Ну и мы можем стукнуться
И нам ответила, нам ответили. Название хоста внутри пода совпадает с названием самого пода. Не всегда эта внутренняя сеть доступна снаружи, но в данном случае нас спокойно пустили. Еще мы можем посмотреть логи. Итак, мы видим, что программа запущена, мы видим, что мы получили запрос. Собственно, мы можем удалить этот под. Так, я не написал имя, можно удалить либо все, можно либо конкретный. Итак, под удален. Как я уже говорил, это базовый строительный блок для всех остальных объектов, поэтому надо знать, как с ним работать, но напрямую его создавать не следует. Давайте сейчас посмотрим, а что же следует создавать напрямую и какие еще объекты есть в Kubernetes. Kubectl, собственно, нам может сказать о том, а какие вообще есть объекты. Так, давайте сразу. Итак, есть объекты, их довольно много. У объекта есть название, есть сокращенное название. Вот, например, pods. Объекты все указываются во множественном числе, но можно писать, если мы работаем с Kubectl, можно писать как множественное число, так и единственное, так и сокращенное. Поэтому, например, чтобы посмотреть поды, мы можем писать pods, мы можем писать pod, либо сокращение po. И важный параметр – это namespace. В каком namespace? Делятся ли объекты этого типа на namespace? Так, ну и давайте для того, чтобы посмотрим, сколько их. Да, 55 разных объектов. Мы их все рассматривать не будем. Ну, давайте посмотрим некоторые. Например, нода – это тоже объект. То есть каждый узел, которым управляет Kubernetes, он тоже есть в списке объектов. С ними можно работать точно так же. Можно получить какую-то более расширенную информацию. Можно получить в YAML или JSON полные все данные, которые есть. Так, ну и давайте посмотрим. Да, то есть, собственно, мы уже проговорили, что у объектов, в Kubernetes множество объектов, какие-то делятся на namespace, какие-то нет. Ну и, собственно, что такое namespace? Namespace – это пространство имен, которое позволяет как-то разграничивать объекты между собой. Если, например, под делится на namespace, мы сейчас работали в namespace default. Он стоит как namespace по умолчанию. Соответственно, если мы там создали под с названием firstPod, то еще один такой мы не можем создать. У них должно быть уникальное имя. Но в другом namespace может быть под с тем же именем, и они друг с другом никак не будут конфликтовать. А если же мы посмотрим на такой объект, как нода, то этот объект не делится по namespace. Все узлы кластера работают со всеми объектами. Ну и следующий очень важный
очень важная концепция, которую стоит рассмотреть перед тем, как двигаться дальше, это лейблы или наклейки, стикеры, как-то так. Лейблы можно присваивать любым объектам просто в произвольном формате, как мы хотим. Ну, то есть у лейблов, конечно, есть формат. Это может быть либо ключ значения, либо просто ключ. То есть я привел пример трех объектов с разными лейблами. В основном все ключ значения, но, например, лейбл debug просто идет, как он есть, без значения. Лейблы позволяют нам работать с объектами, выбирать их по наличию лейбла, по какому-то значению, либо по их различных комбинаций лейблов. Ну и мы подробно это рассмотрим немного дальше. И давайте двинемся, собственно, уже к Kubernetes объектам. Объекты Kubernetes, они примерно как матрешки, то есть мы можем рассматривать, как будто они состоят одни из других. То есть на самом деле они отдельно создаются, но давайте для... Так, мне кажется, будет проще понять. Итак, мы рассмотрели под, мы его можем запустить. Смотрите, у нас встает задача. У нас веб-приложение, и мы хотим, чтобы веб-приложение как-то подстраивалось под различную нагрузку. Все мы понимаем, что если мы написали какой-нибудь интернет-магазин, то днем у него одна нагрузка, ночью другая, а если какие-нибудь... сейчас идет какая-нибудь распродажа, нагрузка будет, ну, совсем, совсем другая. Поэтому мы взяли, написали приложение, оно stateless, оно в контейнере, и, в принципе, можно запускать несколько экземпляров. Но кто будет запускать несколько экземпляров, кто будет этим управлять? Мы могли бы делать это и в докере, но... Мы переходим к оркестрации, и Kubernetes позволяет нам запускать несколько экземпляров с помощью такого объекта, как RepliCaSet. То есть RepliCaSet, он, собственно, и запускает один или несколько подов. Давайте с ним поработаем и на примере его попытаемся разобраться с лейблами и прочими. Итак. У меня есть подготовленное описание RepliCaSet. Давайте его посмотрим. Оно немножко больше, чем под. Также, как и везде, есть, сохраняется структура. Есть указание на то, какого типа этот объект. Это у нас в данном случае RepliCaSet. Есть указание на API, из которого если вы обратили внимание, под был в API V1, то есть это API, которые там появились с первой версии Kubernetes. Там же был объект Replication Controller, который выполнял примерно ту же самую функцию, как и RepliCaSet, но затем появился новый RepliCaSet, который заменил его. Дальше идет блок метаданных. В нем, так же, как и раньше, есть название, но, кроме прочего, мы добавили лейбл. Мы добавили лейбл app application с названием нашим. Дальше идет блок описания параметров RepliCaSet. Есть значение реплик 3, то есть мы хотим, чтобы создалось 3 реплики нашего пода. 3 реплики
три инстанса нашего приложения. Следующий пункт – это селектор. Он указывает на то, как RepliCaSet будет находить инстансы приложения. И дальше идет пункт template – это, собственно, описание, шаблон для пода. Если сравним с предыдущим, ну, давайте я даже выведу рядом. Если мы сравним с предыдущим, то, по сути, в темплейте содержится все то же самое, что и содержалось в описании пода. Ну, естественно, поскольку это вложенное, тут немножко больше отступов от левого края. Еще отличие в том, что в метаданных не указывается имя, оно в данном случае нам не нужно. Но точно так же указывается лейбл, точно так же указывается спецификация пода по тому, как запускать контейнеры. Ну и давайте применим и посмотрим, что будет. Все так же нам ответили, что такой-то RepliCaSet, набор реплик создан. Что мы можем увидеть про этот RepliCaSet? Есть, как я уже говорил, можно писать RepliCaSet apps. Да, можно писать длинным, можно писать сокращенным. У RepliCaSet RS очень короткое сокращение. Итак, мы видим название, мы видим колонку desired, то есть это желаемое число подов, и также колонки current и ready. Current – это количество поднятых подов, то есть тех подов, которые уже запущены, и ready – это те поды, которые уже запущены и готовы принимать запросы. Давайте посмотрим на сами поды. Итак, мы видим три пода, мы их не создавали, их создал контроллер, который следит за RepliCaSet. Они запущены, тут ничего интересного. Давайте посмотрим на мы можем вывести лейблы. Мы видим, что создано три пода, примерно так же, как и мы бы создавали их вручную. Но, как я уже говорил, RepliCaSet позволяет нам очень легко скалировать приложение. У kubectl есть команда scale, то есть это команда, которая относится к императивным командам. Отscale такой-то под. Отscale такой-то RepliCaSet. Но также можно... Ну, давайте попробуем через... Так. Так, как там? Да. Один из минусов этих императивных команд, то, что их нужно знать, запоминать. Так, у нас все моментально заскалировалось, потому что у нас довольно простое приложение, быстро контейнер запускается. Мы видим, что запустились новые реплики. Также мы можем делать скейлинг через правку ресурсов на ходу. Давайте подредактируем RepliCaSet. Edit запускает дефолтный редактор. Мы можем найти
Здесь все свойства, а также то, что нас интересует, количество реплик. И давайте. Нам сообщили, что реплика set подредуктирован. Давайте посмотрим поды. Да, четвертый под исчез. Ну и, конечно, мы можем всегда... Так. Всегда сказать применить конфигурацию, то есть в декларативном стиле. Вот у нас описана такая конфигурация, мы можем сказать примени ее. Нам в ответ будет сказано настроен, configured. Мы вернулись к тому, что у нас указано в изначальном конфигурационном файле было указано три реплики. Давайте теперь посмотрим на лейблы. Лейблы в данном случае... Ну, давайте просто Да, давайте выведем. И давайте у какого-нибудь пода поменяем лейблы. У kubectl очень много подкоманд. Там есть подкоманда label, у которой тоже свои параметры. Там какой-то override не забыть, чтобы поменять. Опять же, повторюсь, что проще, лично мне, проще редактировать все через описание. Итак, у нас есть лейблы. Давайте их изменим. Скажем, что лучше универ это СФУ. И запишем. Итак, попросим нас выдать. И смотрите, обратите внимание, что мы видим. Мы поменяли у этого пода, который минус 6, какой-то там еще суффикс, лейбл. В ответ на это запустился новый под, потому что именно такой был селектор в репликасете. То есть репликасет следит за тем, чтобы всегда было запущено заданное количество подов с каким-то набором лейблов. Если под пропадает, то есть либо если он удаляется, пропадает машина, на которой он был запущен, пропадают лейблы, то репликасет в ответ запускает новые инстансы. Ну и точно так же, если мы сами докинем подов с таким лейблом, то репликасет в ответ должен будет погасить инстансы. С лейблами можно использовать для того, чтобы оперировать объектами из консоли. Мы можем попросить вывести все лейблы, все объекты, у которых есть лейбл. То есть вывелись все. Мы можем попросить все объекты, у которых есть лейбл определенного значения. Ну и мы можем не только оперировать с объектами. Мы можем, например, попросить вывести логи сразу с нескольких объектов, выбрав их по лейблу. То есть лейблы — это очень важная концепция, она позволяет, на ней строится, собственно, работа некоторых объектов, плюс они помогают легко выбирать нужные объекты. Да, если вы обратили внимание, что имя состоит из, собственно, имени реплика сета с добавленным, случайно сгенерированным суффиксом. Поскольку все объекты внутри namespace должны иметь разные имена.
Так, да, еще момент. Если мы попросим описать какой-нибудь под, например, ну давайте наш, над которым мы экспериментировали. То здесь есть указания. Так, где лень? Так, я, наверное, я ж, наверное, не тот субъект смотрю. Да, есть ссылка. Выводится в метаданных ссылка на то, кто создал объект. То есть если мы видим под с каким-то таким суффиксом, мы можем посмотреть, а кто же его создал. И тут выводится, что его создал реплика set с таким-то именем, с таким-то ID-шником. То есть эти данные сохраняются, но реплика set продолжает следить именно по лейблам, а не по какой-то внутренней информации. Так, давайте двинемся дальше и рассмотрим еще несколько объектов. Следующий объект, опять же, можно представить себе такую набирающую объем матрешку, это deployment. Deployment позволяет автоматизировать процесс выкладки новых версий и в случае каких-то проблем отката назад. То есть, смотрите, такая ситуация. Мы до этого создали реплика set, в котором какое-то количество реплик есть. Ну, допустим, их может быть довольно много, их может быть десятки, сотни. И вот у вас в кластере работает 100 реплик с вашим приложением. И настала задача, нужно обновить все эти реплики. А еще желательно так, чтобы пользователи не испытывали проблем, а также чтобы кластер не испытывал проблем, не было какой-то перегрузки. То есть, да, конечно, можно сказать, типа, а давайте мы просто создадим еще 100 инстансов приложения с новой версией и переключим трафик. Но понятное дело, что для этого нужно x2 запас по мощности иметь. Это не всегда разумно. Поэтому deployment автоматизирует выкладку новых версий таким образом. Он создает новый объект реплика set и постепенно меняет количество реплик в старом и в новом объекте. Можно управлять скоростью изменения. И таким образом получается, что запросы пользователей приходят в момент переключения, они могут переходить на разные версии. Но нам не нужно иметь большого запаса, мы можем постепенно по несколько штук переключать наши приложения на новую версию. А следующий объект – это daemon set. Когда мы говорили про реплика set, мы ни слова не сказали про то, на каких нодах будет запускаться приложение.
Kubernetes, то есть вся идеология Kubernetes заключается в том, что нам эта информация не нужна, мы не должны особо думать об этом. Конечно, в нашем эксперименте у нас всего лишь одна нода, и тут как бы выбор не очень большой. Но если у нас большой кластер, то поды из одного реплика-сета могут быть по-разному в этом кластере в зависимости от свободных ресурсов, в зависимости от, от стратегии. То есть там есть разные стратегии, по-разному распределены. Иногда нужно запустить что-нибудь на каждой машине или почти на каждой машине, какой-нибудь сервис для мониторинга, какой-нибудь прокси или что-нибудь такое служебное. Для этого подходит объект DaemonSet. Объект DaemonSet запускает ровно по одному экземпляру пода на каждой машине. Если никак его не ограничивать, по умолчанию запустится вообще на каждой машине. Плюс можно добавить дополнительные селекторы, которые также с помощью лейблов выберут нужную машину. Ну, у нод тоже есть лейблы. Да, то есть и в данном случае есть несколько лейблов, которые входят, которые автоматически установились при установке кластера, архитектура, Kubernetes может управлять разной архитектурой, операционная система и там различные лейблы, которые говорят о том, что это управляющая нода или рабочая. Да, и операционная система, в принципе, Kubernetes может управлять нодами, работающими на Windows, то есть там есть какая-то поддержка Windows-контейнеров. Так, вернемся дальше. Еще один момент, который может не устроить некоторые приложения в реплика-сете, это, например, то, что название генерируется случайно. То есть это подходит для stateless приложений, которым не нужно друг с другом общаться. Но есть приложения, например, какие-нибудь базы данных, очереди сообщений, работающие в кластере, которым нужно общаться друг с другом, а также иногда держать какой-то state. Поэтому для их работы есть объект StatefulSet. То есть он подразумевает того, что у каждого пода есть какой-то подключаемый storage. Но как бы это, в принципе, архитектурно это никак не обязывает. А главное отличие это в том, что поды будут генерироваться с названием заранее заданным. Оно будет совпадать с названием StatefulSet, и будет суффикс, но в отличие от RepliCaSet, суффикс будет не случайным, а число от 0 до n-1 количества объектов. Таким образом, можно запустить какой-нибудь кластер, не знаю, какой-нибудь Kafka, etcd, что-нибудь еще. И сервисы могут найти друг друга, установить с собой связь друг с другом, наладить репликацию и работать. А если какой-то инстанс выйдет из строя, Kubernetes запустит новый с тем же самым названием. И таким образом они смогут восстановить связь и там восстановить, отреплицировать данные. Хорошо, мы запустили наше приложение, запустили какую-то распределенную базу данных, у нас все хорошо. Иногда контейнеры работают,
Kubernetes поддерживает их работоспособность, в случае каких-то ошибок восстанавливает. Но не всегда нужно, чтобы весь код, который вы написали, работал постоянно. А иногда встает задача каких-то разовых задач, выполнения каких-то разовых действий. Например, сделать какую-то миграцию баз, либо сделать какой-то разовый отчет, либо какое-то исправление в данных, что-то подобное. Для выполнения этого существует объект job, задание. Он работает довольно просто. Для выполнения задания также нужно указать контейнер, который будет запущен, и контейнер будет запущен. В случае каких-то ошибок, если контейнер вернет ошибку, а не нулевой код выполнения, либо в случае, если случится проблема с сервером, на котором он запущен, задание будет повторяться до тех пор, пока не вернется, не завершится успешно. Когда завершится успешно, все, то есть задание считается выполнено, и оно больше не выполняется. Ну, как я уже говорил, это может подойти для каких-то миграций, для каких-то разовых действий, там, не знаю, акцию в интернет-магазине запустить, что-нибудь такое. Иногда, конечно, нужно что-то делать не разово, а по расписанию. И для этого подходит следующий объект. Это объект cronjob. То есть мы можем рассматривать также, что это... можем так же, как рассматривать, так же, как и раньше, как матрешку. Cronjob по расписанию, которое указывается... Можно указать в том же формате, что и для демона крон, демона запуска по расписанию в Linux. Можно указать расписание, и когда подходит время выполнить задание, cronjob создает новый объект job, который уже, собственно, контролирует то, чтобы задание выполнилось до конца, без ошибок. И когда оно завершится, тогда уже, собственно... Потом, когда придет время нового задания, cronjob сгенерирует новый job. Так, ну и пришло время перейти к сервису. До этого мы говорили про разные типы объектов, которые позволяют в разном виде запустить поды, содержащие контейнеры, но ни слова мы не сказали про то, как же взаимодействовать. Я уже говорил, что Kubernetes создает свою виртуальную сеть, в которой запускает поды. Они могут друг с другом общаться по IP-адресам, но IP-адреса назначаются всегда случайно. Даже если взять тот же самый stateful set, нет гарантии то, что выбывший из кластера под заменится другим с тем же самым IP-адресом. У него будет то же самое название, то же самое доменное имя, но IP-шник может, в принципе, быть другим. Итак, как же объектам, как же нашим приложением и нашим пользователям общаться с нашим приложением и нашим приложением друг с другом общаться? Для этого в Kubernetes есть абстракция такая, как абстракция сервис. Сервис может принимать подключения из разных источников. То есть сервис может принимать подключения с кластера IP. Но это значит, что просто любой код, который запущен, любой контейнер, который запущен в Kubernetes, может общаться с сервисом. Сервис может принимать подключение извне через выделенный порт. То есть мы можем выделить порт,
И любое подключение, TCP, UDP, подключение на этот порт, примет сервис и отправит дальше. Ну и также у сервиса есть поддержка работы с лоад-балансерами в каких-то облачных провайдерах. На установке Kubernetes на своем железе лоад-балансера может не быть, может быть, зависит от разных факторов. Куда может отправлять сервис? Сервис может отправлять в поды по набору лейблов. Точно так же, как и реплика сет следил за подами по лейблам, точно так же и сервис отправляет в поды по лейблам. Также сервис может отправить в какой-то внешний доменный, есть параметр external name, есть тип сервиса external name, можно отправить через сервис запросы на внешний домен. То есть это удобно, когда мы хотим работать с какими-то внешними сервисами, либо, например, с базой данных, которая не развернута не внутри Kubernetes. Ну и можно настраивать различные endpoint'ы с IP-адресами. На самом деле, когда мы делаем сервис, который указывает на поды, эти endpoint'ы создаются автоматически, но как бы я решил выделить это в отдельный пункт. Это может быть важно там, для какой-то ручной настройки на разные сервисы. Ну, естественно, самый, наверное, частое использование – это для того, чтобы сервис отправлял запросы на поды. Давайте попробуем на примере разобраться. Так. Я подготовил описание сервиса. Это сервис. Так же, как и всегда, у него есть API-версия и тип, название в метаданных. И в спецификациях указан тип node port. Тип сервиса node port. Дополнительно резервирует на каждой машине отдельный специальный порт. Весь трафик, приходящий на этот порт, будет отправлен дальше в сервис. Ну и, собственно, куда отправлять сервис, за это отвечает, так же, как и обычно, селектор на основе лейблов. Давайте применим его. Итак, нам сказали, что сервис успешно создан. Мы можем увидеть, мы видим, что это не первый сервис, но это не первый сервис, то есть был создан служебный, теперь создан наш порт. У него тип node port, у него есть... Для сервиса создается свой кластер IP, то есть он не пересекается там. Это другой IP, не тот, что у подов. Экстерного IP проставляет вот балансер, либо какой-то другой сервис, который взаимодействует с Kubernetes в облаке. Ну и указаны порты. Здесь несколько портов, то есть 1080 это порт, на который сервис принимает подключение внутри на свой кластер IP. 30.0.80 – это порт, который откроется на каждой ноде, и туда будет приниматься трафик и дальше направляться в сервис. Ну и таргет порт у сервиса указан 8080 – это, собственно, порт, куда приложение стучатся. Мы можем постучаться в сервис, поскольку мы внутри, мы можем постучаться по кластеру IP мы должны на порт 1080. Итак, нам ответили, нам
ответил один из подов. Если мы будем несколько раз отправлять запросы, этот запрос будет случайно приземляться на разные поды. Таким образом, сервис позволяет принимать запросы, сервис дает балансировку на разные инстансы. Так, ну и давайте попробуем постучаться снаружи. Так, сейчас я посмотрю, какой адрес. Снаружи слушается порт 3080. Точно так же мы стучимся снаружи. То есть Kubernetes у меня развернут внутри мультипас виртуалки. Я сейчас отправил запрос со своего хоста, то есть это выглядит как будто запрос извне, из интернета, извне какой-то локальной сети. Итак, давайте немного поговорим про сервис Discovery. То есть мы сейчас... Да, еще интересный момент. Если мы попробуем пинговать, как обычно всегда делаем, если что-то не работает, мы делаем пинг, то на кластер IP-сервиса нам никто не ответит. То есть этот IP... На этом IP нет какого-то... Не запущен какой-то процесс прокси или что-то подобное. То есть это... Он виртуальный, он устанавливается там на уровне правил IP-tables, куда его отправлять. На пинг некому отвечать. Но на указанный порт, коннекты на указанный порт придут куда надо. Но, естественно, по все эти IP меняются, никто не будет общаться по IP-адресу. Давайте попробуем. Да, давайте для диагностики попробуем запустить. Так, я сейчас запускаю новый под. Я указываю, что буду передавать команду, потому что по умолчанию стоит команда нашего приложения. Я хочу передать shell. И я хочу интерактивный ввод и shell. Так. Ну, вроде все правильно. Да, то есть запустился новый под с именем name1, и я получил интерактивный shell от него. Я могу посмотреть свой IP-адрес. IP-адрес из кластера IP. Так, что я хотел? Я хотел поговорить про сервисы. То есть мы сейчас все выглядит так, как будто мы программа, приложение, запущенное внутри кластера Kubernetes. Мы можем общаться с другими приложениями. Как мы можем это делать? Ну, во-первых, естественно, для этого нам нужен сервис Discovery. Kubernetes предоставляет несколько типов сервис Discovery. Один – это на основе переменных окружения. У каждого для запущенного пода создаются переменные окружения, которые содержат описание всех сервисов из этого же namespace. То есть переменное окружение выглядит как название, сервис,
и дальше идет порт, либо хост. Соответственно, здесь определено несколько сервисов. Наш сервис, нас интересующий, это Polytech сервис хост. Ну и мы можем... Так, это Alpine, тут нет курва, но тут вроде есть в get. Ой, так. Так, в get скачал нам файлик. Итак, мы достучались до пода через сервис. Также мы можем, поскольку у нас включен DNS, мы можем достучаться до сервиса по его названию, просто по домену. И нам ответили, что вот такой доменный адрес имеет такой IP-адрес, то есть это IP-адрес сервиса. Точно тот же, что и был в переменных окружениях. Этот доменный адрес состоит из названия сервиса, namespace, ключевого слова SVC, сокращение от сервиса, и доменного суффикса кластера Kubernetes, на котором мы работаем. Соответственно, можно обращаться по короткому названию, если мы находимся в том же namespace, либо можно полное название писать и даже ходить между сервисом, расположенным в разных namespace'ах. Ну и, наверное, интересный вопрос, а почему это работает? Мы запустили контейнер с каким-то другим приложением. Как это приложение поняло, что нужно обращаться к... Как вот эта вот утилита NSLookup поняла, что нужно обращаться к определенному DNS-серверу. Ну, тут на самом деле все просто. Когда Kubernetes запускает приложение, запускает контейнеры, он подкладывает туда свои файлы конфигурации. Формируется файл host, в котором прописывается IP и хостнейм самого пода. Можно указать, прописать другие файлы. Так. Ну и формируется конфиг resolve, который указывает на DNS-сервер, запущенный в кластере. Так, это, наверное, все, но еще нужно указать важный момент. Да, если вы обратите внимание, сессия завершилась, но запущенный под продолжает работать, и всегда можно к нему снова подключиться. Мы его можем даже здесь увидеть. Если мы зайдем в какой-нибудь под, давайте зайдем в какой-нибудь под, который... Так, демо. Давайте J. Так, я хочу запустить команду shell. Нужно указать интерактивный. Итак, я попал в тот под, в котором работает наше приложение. Я могу увидеть его. Приложение работает, тут же shell. Давайте... Так. Да. Посмотрим на переменное окружение. И мы видим то, что... В отличие от нашего недавно запущенного тестового пода, здесь нету сервиса Polytech. Дело в том, что
этот под был запущен до того, как этот сервис был создан. А, соответственно, переменные окружения, они на ходу не меняются. И если создается какой-то новый сервис, то по переменным окружения он доступен будет только для подов, созданных позднее. Но при этом можно работать с DNS. Давайте попробуем как-нибудь так. Так, порт надо. Да, как видите, краткий домен политех превратился в IP-адрес сервиса. А, все правильно. Подключения нет, потому что у сервиса другой порт. Да. Вот так примерно работает сервис Discovery. То есть есть два метода. Есть по окружению. Но если вы пользуетесь окружением, то нужно следить за тем, чтобы сервисы создавались до запуска подов. И по DNS, соответственно, по DNS более динамичный метод. Ну и сервис позволяет, да, в том числе организовать доступ извне до вашего приложения. Но сервис работает на четвертом уровне модели оси, то есть он перенаправляет TCP или UDP подключение. И если говорить именно про доступ извне, то он получается не так удобен, ну, например, тем, что нужно для каждого сервиса занимать один порт на каждой машине в кластере. Соответственно, куда бы ни прилетел запрос, он будет по внутренней сети передан именно на сервис. Там тоже могут быть неоптимальности, то есть если у нас очень большой кластер, нам не нужно принимать запрос на всех машинах, то есть либо это какой-то нужно использовать лот-балансер. Ну и основная проблема в том, что сервис вы можете выставить на один порт только один. Там, чаще всего используют, да, для написания веб-приложений. Веб-приложение должно слушать подключение на 80 или 443 порт, отвечать. Но как бы если мы на всем кластере можем только один сервис может занять 80-й порт, то это не очень удобно. Для этого больше всего подходит такой объект, как ingress. Ingress — это само слово ingress означает портал, либо какую-то точку входа, разрешение на вход. Ingress работает уже на седьмом уровне, на уровне HTTP. То есть в этом плане, конечно, он накладывает какие-то ограничения, то, что мы уже не любой протокол можем с помощью ingress принять. Но также он дает дополнительные возможности. Он может с помощью разных правил распределять трафик на основе запрашиваемого пути, на основе различных заголовков. Также ingress может заниматься терминированием HTTPS, то есть из интернета HTTPS запрос приходит на ingress. Ingress содержит сертификат, отвечает на него, а внутри кластера уже идет HTTP-запрос, и, собственно, не надо там сертификат раскидывать по всем подам с вашим приложением. Ну, давайте посмотрим на ingress. Uh,
То есть вот примерно так выглядит описание ингресса в минимальном. Как и всегда, есть название, тип объекта, есть метаданные с названием, и в спецификации указываются правила. Правила могут основываться, как я уже говорил, либо на хостнейме, либо на URL, либо на там, других параметрах запроса. Ну, то есть все примерно похоже на веб-сервер Apache или Nginx. Там точно так же можно в конфиге указывать различную обработку запросов, пришедших на один и тот же порт, но с разными хостнеймами, например. И в качестве бэкэнда, то есть того, куда отправлять запрос, у Ingress указывается название и порт сервиса. Ну, давайте применим его. Итак, ингресс создан. Мы видим объект, и сейчас мы, собственно, должны иметь доступ снаружи. Давайте проверим это. Теперь нам уже не надо на какой-то там 30 тысяч плюс порт заходить, мы просто заходим на 80-й порт. И нам отвечает, мы получили ответ not found. Дело в том, что у Ingress не определен корневой маршрут, но определен. Так, это мы тут, наверное, редирект. Ой. Мы тут, наверное, получаем редирект на HTTPS. Да, ну то есть там, наверное, 443 порт. Мы теперь извне по определенному URL достучались до нашего сервиса. По другому URL мы получаем, соответственно, не найден. Еще один большой плюс Ingress в том, что он выступает в качестве интерфейса между вашим собственным Kubernetes-кластером у разработчика или на собственном железе, а также Kubernetes-кластером, развернутым в облаке. Потому что мы описываем правила один раз именно в самом объекте Ingress, а, допустим, если мы применим это в кластере в облаке, там уже подключается облачный лот-балансер, какой-то специальный облачный, и с ним настраивается взаимодействие прозрачно для нас. Ну и то же самое описание можно у себя на тестовой машине запустить. Там будет какой-то собственный ingress, сделанный из Nginx или что-то, или чего-то подобного. Ну, это, наверное, все основные объекты, которые я бы хотел рассмотреть. Давайте теперь посмотрим немножко про сам Kubernetes, про его архитектуру. Да, название доклада, конечно, называется «То, что нужно знать всем», но, наверное, этот момент далеко не всем нужно, особенно если вы... Даже если вы работаете с Kubernetes, например, если вы работаете в облаке, то вам не нужно его настраивать, ставить, то есть это все сделано за нас. Но я думаю, все равно было бы интересно рассмотреть. Все модули Kubernetes делятся, условно разделяются на две части. Это, собственно, ноды, на которых выполняются... на которых запускаются поды, запускаются контейнеры.
и так называемый control plane. То есть в control plane входит все, что управляет самим кластером. Ну, давайте рассмотрим сначала ноды. На нодах запускается два сервиса. Это Kubelet, сервис, который управляет запуском контейнеров. То есть он не сам делает контейнеры. Контейнеры может запускать Docker, либо какой-то другой контейнер runtime. А Kubelet, он с ним общается, передает параметры, следит за состоянием, выполняет команды. То есть это такой исполнитель. Kubeproxy служит для настройки сети. Настраивает различные правила там, маршрутизации, IP-tables, прочее. Также может слушать входящий порт для сервиса с типом NodePort и перенаправлять трафик. Ну и давайте посмотрим на control plane. Сердцем Kubernetes'а, единой точкой, куда сходятся все запросы, является API-сервер. API-сервер в данном случае, это картинка из официального документации Kubernetes, в данном случае стрелками, насколько я понимаю, показаны какие-то потоки данных. Если мы говорим про подключение, то все в основном подключаются к API-серверу. API-сервер реализует основной протокол kubeAPI. Как мы уже видели, в Kubernetes есть множество объектов, под, нода, там, реплика сет и прочее, ingress, сервис, это все объекты. И, соответственно, поскольку взаимодействие с ними унифицировано, мы можем создавать, получать список, редактировать, удалять. То есть все эти действия, они, в принципе, напоминают RESTful API. Ну, по такому API и работает Kubernetes. То есть это RESTful API для работы с объектами. Соответственно, все, кто хочет работать с этим API, подключаются к API-серверу. API-сервер проверяет, выполняет авторизацию, аутентификацию, проверяет различные правила. Там есть RBAC модель доступа. И если доступ разрешен, то, собственно, либо то выполняется указанное действие. API-сервер абсолютно stateless. Он, в принципе, может какой-то хранить кэш, но он не хранит состояние. API-серверов можно запускать несколько для масштабирования, для получения отказа устойчивости и масштабирования по нагрузке. А все состояние хранится в etcd. etcd — это распределенная K-value база данных, в которой, собственно, и хранится все состояние. Но кроме хранения состояния, etcd еще хранит очереди событий. Когда мы, например, экспериментировали с реплика-сетом и прочим, все происходило мгновенно. То есть мы только подредактировали лейбы, а уже запустился новый под. Все сущности в Kubernetes, никто не ходит, не полит, а изменилось ли что-то или нет. В API есть подписка на события. Например, Kubelet, запущенный на ноде, он подписан на все события, касающиеся этой ноды. И как только что-то изменится, API-сервер по уже установленному подключению пришлет события. Ну, собственно, эти очереди событий, они хранятся в etcd. Следующие блоки — это шедулер. Шедулер или планировщик, ну, понятно из названия, что он занимается тем, что планирует он, на каких нодах запустить поды. Когда есть готовый к запуску под, только что созданный, ему при создании обычно не указывается нода. Шедулер
находит все такие поды и выбирает ноду, исходя из указанных требований по ресурсам, исходя из доступных ресурсов на нодах, ну а также из различных стратегий. То есть Kubernetes может либо раскидывать поды по кластерам для того, чтобы меньше нагружать ресурс, либо наоборот, более плотно их упаковывать для того, чтобы можно было убрать ноды из кластера. Ну и другой блок — это контроллер-менеджер, то есть это все мы знаем, что такое, ну, в, не знаю, в модели MVC, что такое контроллер. Это то, что выполняет, собственно, действие. Также в Kubernetes контроллеры выполняют какие-то действия над ресурсами. Мы рассматривали реплика сет. В Kubernetes есть реплика сет контроллер. Он занимается тем, что следит за тем, чтобы у всех реплик было заданное количество. Чтобы заданное количество реплик было запущено, принимало запросы. Соответственно, этот контроллер, если он решает, что нужно что-то сделать, он отправляет запросы в API-сервер на создание новых подов, на удаление, на изменения. И таких контроллеров много внутри Kubernetes. Они собраны в один сервис, ну, просто для простоты, для экономии подключений. Так, ну и следующий блок — это Cloud Controller Manager. Соответственно, это блок, который отвечает за взаимодействие с облаком. Kubernetes может быть запущен у вас на собственном железе, он может быть запущен у облачного провайдера. Если он запущен у облачного провайдера, он предоставляет преимущество. Как я уже говорил, если вы описали ingress, ingress может подключаться автоматически к load balancer. То же самое с сервисом. Также с облаком может быть взаимодействие налажено для того, чтобы делать автоматический скейлинг Kubernetes кластера. То есть, если у нас растет нагрузка, Kubernetes, запущенный в облаке, может взаимодействовать с API облака и автоматически запрашивать новые машины и подключать их к кластеру. Таким образом достигается большая гибкость. Ну и интересный момент. Здесь на слайде вывод команды на свежеустановленном кластере мини-куб на катакоде. Если мы посмотрим, то мы увидим, что большинство компонентов из схемы Kubernetes сами запущены в подах. То есть сервис, который отвечает за планирование подов, сам работает внутри пода. Ну, это на самом деле не всегда, это детали реализации. Например, на микро-KOSMS эти сервисы запущены просто в виде демонов. В общем, может быть по-разному. Да, и я, например, говорил про K3S, который предназначен для запуска там, где нет ресурсов, там, где недостаточно ресурсов, ну, например, на Raspberry Pi. Он отличается тем, что там все собрано в один исполняемый файл, один или два, и вместо etcd там SQLite с возможностью подключения какого-то там SQL-сервера. Ну, в целом архитектура, как мне кажется, довольно простая, понятная. Ну, если тем более сравнить с какими-нибудь системами управления виртуальными машинами типа OpenStack, либо еще с
чем-нибудь иногда встречается посложнее, позапутаннее. Ну, а еще огромный плюс этой архитектуры в том, что она расширяемая. Давайте поговорим про то, как, собственно, можно расширять Kubernetes. Значит, есть Kubernetes из коробки, следит за потреблением процессора и памяти. Ну и, соответственно, у каждой ноды указано, сколько памяти, сколько свободной памяти доступно, сколько ядер процессора. Иногда нужно следить за какими-то другими ресурсами. Например, у вас может быть подключен графический ускоритель. Вы хотите запускать приложение для расчетов на GPU. У вас может быть подключены какое-то свое оборудование, какие-нибудь USB-токены, ключи, там, не знаю, кассовый аппарат, что угодно. И если так, то вы можете буквально без программирования можно указать, что у такого-то с помощью только API запросов можно указать, что у такого-то узла в кластере есть столько-то таких-то ресурсов. Ну и, соответственно, когда мы пишем спецификацию пода, мы можем указать, что этому поду нужно, ну, например, там, 2 ядра GPU. Соответственно, планировщик будет эту информацию учитывать и назначать поды, выполняться именно на тех машинах, где есть достаточное количество ресурсов. Ну и есть возможность написания специального плагина. Это уже для... Этот плагин спускается на каждой ноде и может более тесно взаимодействовать с ресурсами. Там получать точные метрики о доступных ресурсах и так далее. Ну и надо... Важно отметить, что в данном случае ресурсы подразумеваются именно ресурсы как доступные машине ресурсы. А следующий пункт — это Custom Resource Definition, CRD. Здесь под ресурсами подразумевается то, что подразумевается в RESTful протоколе. То есть ресурс — это объект, над которым мы работаем. Это объекты Kubernetes, такие как под, нода, реплика сет, это все ресурсы. Так вот, Kubernetes позволяет нам создавать свои собственные ресурсы. Причем, опять же, просто для того, чтобы создать свой ресурс, не обязательно даже вообще... Понятное дело, что мы всегда можем взять исходный код Kubernetes и сделать что угодно. Но это не совсем правильный путь. Мы можем что-то написать, какой-то свой код и запустить его рядом. Но чтобы создать ресурс, вообще не обязательно программировать. Мы можем точно так же с помощью API-запросов попросить и создать какой-то ресурс. Ресурс, который будет описывать сущность, например, какую-то сущность именно вашего приложения. Ну, например, если вы хотите работать с котиками, вы можете описать ресурс. Если вы хотите, чтобы котики жили у вас в Kubernetes, ну, можно написать ресурс «котики». Также можно описать ресурс «домик для котиков». И эти ресурсы, после того, как они описаны, можно с ними точно так же работать с помощью kubectl либо любых других средств, которые взаимодействуют по API. Можно смотреть, сколько у нас есть котиков, сколько у нас есть домиков, добавлять, удалять, менять ему разные лейблы и так далее. Но мы не можем, как бы, мы можем, в принципе, даже и расселять, но это такая ручная работа. Если мы хотим расселить котиков по домикам, то надо создать контроллер. Контроллер, точно так же, как и встроенные контроллеры в Kubernetes, подключается к kubeAPI, следит за ресурсами, которые ему нужны, за ресурсами, которые ему интересны, и выполняет какие-то действия. Запускает, либо останавливает какие-то процессы, создает другие ресурсы, поды, и делает все, что угодно, все, что доступно в API. Ну и
вот эта вот комбинация из кастомных ресурсов и контроллеров создает такой паттерн, часто он упоминается, как оператор. Kubernetes оператор, оператор паттерн и так далее. Здесь приведем пример оператора от авторов ETCD. Ну, в данном случае слово оператор означает оператора, то есть как человека, который выполняет какие-то действия. Например, опять же, как раз уж мы говорим про ETCD, про базу данных, есть база данных, которая запущена на машинах. С ней нужно периодически делать какие-то действия. Запускать бэкапы, апгрейдить версию, расширять кластер или уменьшать. Мы привыкли, что эти действия делает человек, администратор. А внутри Kubernetes эти действия можно очень легко автоматизировать. Мы можем создать ресурс, описывающий базу данных, и мы можем написать контроллер, который будет выполнять действия, которые нам нужны. Ну и все это приводит к автоматизации рутинных операций. Так, и раз уж мы говорим про расширение, то стоит упомянуть различные интерфейсы. Начнем с Container Network Interface, CNI. Я говорил про то, что Kubernetes создает свою виртуальную сеть для того, чтобы для того, чтобы контейнеры чувствовали себя, как будто они запущены в локальной сети, каждый в своей машине, но могли общаться друг с другом. В данный момент Kubernetes делает это не сам, то есть делают другие сервисы сетей, а Kubernetes общается с ними по CNI протоколу. Что это дает? Это дает возможность заменить, то есть подключить к Kubernetes разные сети в зависимости от там, разных условий, от разных масштабов кластера. При этом для этого не нужно переписывать сам Kubernetes. То же самое с сториджем, с подключаемыми хранилищами. Какому-нибудь производителю хранилища не нужно, если он хочет, чтобы хранилище стало доступно из Kubernetes, из Docker и так далее, не нужно писать для всех этих систем какие-то свои драйвера. Достаточно написать драйвер, который выполняет этот интерфейс, и можно подключать ко всем системам. Ну и runtime интерфейс позволяет использовать разные runtime для контейнеров. Изначально Kubernetes работал только с докером, затем еще докер там разделялся на контейнер-D, на отдельный runtime. Kubernetes стал работать с этим runtime. Ну и сейчас можно очень много разных рантаймов запустить, использовать с Kubernetes. Наверное, одна из последних уже заключительных тем – это Helm Package Manager. То есть Helm решает несколько проблем. Во-первых, Helm позволяет, как и пакетный менеджер, у нас есть пакетный менеджер в операционной системе Linux, какой-нибудь apt, yum и так далее. Они позволяют быстро установить какое-то приложение, какой-то сервис вместе с его исполняемыми файлами, настройками, документацией и всем, чем необходимо. То же самое существует и для Kubernetes. Если мы хотим запустить в Kubernetes какую-нибудь базу данных, либо хотим мониторинг запустить, Prometheus с Grafana и со всем прочим, мы можем ставить это все руками, сами писать YAML-файлы спецификаций и установить. Либо мы можем
просто набрать одну строчку helm, helm install Prometheus, найти нужный пакет в интернете и получить все, что надо, буквально одной строчкой. Ну и на чем основан Helm? Helm основан на темплейтах. То есть я привел пример пары темплейтов. Те же самые YAML-файлы, которые мы видели, которые мы писали руками, применяли. Из этих файлов делаются темплейты, которые проставляют различные переменные. Это позволяет гибко конфигурировать, не переписывая просто набор файлов. То есть у Helm есть набор дефолтных значений большого количества переменных. Мы можем, если нам что-то хочется немного поменять несколько переменных, добавить один YAML файлик там просто с этими переменными, и уже на основе небольших изменений весь этот огромный пакет сервисов, огромный пакет Kubernetes-объектов адаптируется именно под наши изменения. Ну и опять же, это позволяет ваше собственное написанное приложение, если у вас сервисов там больше становится, больше десятка, то уже тяжело поддерживать просто описанием YAML файликов. Как минимум, потому что если вы захотите развернуть в другом каком-нибудь окружении, например, в окружении разработчика, или, допустим, переехать со своего железа в облако, скорее всего, какие-то правки придется вносить, и их может быть достаточно много. А если же вы сразу делаете приложение под темплейты, этих правок будет намного меньше. Ну и давайте, собственно, на Helm'е посмотрим, сразу рассмотрим. Сразу рассмотрим и как это быстро установить. И заодно рассмотрим custom ресурсы и паттерн оператор. Да, смотрите, то есть я ввел поиск, точно так же, как и apt-search. Здесь есть свой поиск. Так, еще секундочку. Перед тем, как мы начнем, я напомню, что у нас вместе с заголовком у нас 54 ресурса. Давайте установим оператор. При установке можно задать имя, можно задать параметры, но даже без этого там генерируется имя случайное. И установка пойдет с дефолтными параметрами. Да, этот устанавливаемый оператор, он архивирован. Там, по-моему, его разработка уже не идет. Но для того, чтобы посмотреть на концепцию, сойдет. Итак, смотрите, я ввел, по сути, одну команду. И в ответ на нее нам сгенерировалось имя, какая-то пума, и выдалось, какие ресурсы создались. Создался кластер роу биндинг – это ресурсы для управления правами, deployment, про который мы говорили. И смотрите, создались поды, указано related, то есть поды создались не напрямую, поды создались из deployment. Создался сервис, и все. Так, теперь интересный момент. А,
посмотрим на вывод команды, и у нас стало 58. У нас было 55, стало 58. А нам установили 3 каких-то ресурса. Давайте их отыщем. Итак, нам установили ресурсы, которые описывают бэкапы, восстановление и, собственно, etcd-кластер. etcd – это распределенный key-value storage. Запускается несколько экземпляров, они друг с другом общаются, настраивают репликацию. Ну и давайте создадим, попробуем создать etcd-кластер. Итак, я подготовил описание. Ну, описание, оно, в общем-то, довольно простое. То есть в данном случае API version строится на основе домена компании, ну, для того, чтобы не пересекались ресурсы, созданные разными компаниями. Указано, что это etcd-кластер. Мы просим создать кластер с именем MyCluster размера 3 и указываем версию. Все, то есть видите, что тут в спецификации нет ни слова ни про какие поды, ни прочее. Мы в ресурсе указываем именно то, что относится к самой сущности. Итак, кластер создан. У него у ресурса есть краткое имя etcd. И мы можем видеть, мы можем попросить описание. И мы видим в описании, ну, так, метаинформация, тут все стандартно. Самое интересное, в статусе выводится сообщение, сгенерируемое контроллером. Сейчас размер кластера 0, желаемый 3, мы делаем скейлинг, и вот событие, что кто-то добавлен в кластер. Давайте посмотрим, кто. Так. Так, где? А, вот. Это, собственно, сам оператор, его поды. А вот наш кластер etcd. Создалось уже два инстанса. Ну, вот, все. Поднялся третий. Он под создан. Ready у него еще 0.1. То есть контейнер сейчас... Контейнер запущен, статус running, но он еще не готов обрабатывать запросы. Сейчас он готов. Все, у нас есть кластер etcd. Мы можем с ним взаимодействовать. Под него создался клиент. Мы можем устанавливать соединение, работать с etcd хранилищем в своем приложении. Если нам понадобится увеличить кластер, нет ничего проще. Мы редактируем спецификацию и говорим, а пусть у нас кластер будет из 5. Кластер подредактирован. Ну, подов пока еще 3. Соответственно, мы видим сообщение, добавился 4-й, мы видим сообщение о том, что сейчас происходит скейлинг, указана какая версия. Да, я думаю, там
все поды запускаются в разное время. Я думаю, там внутри этого оператора есть специально для этого логика, чтобы не перегружать машины, чтобы запускать поочередно. Итак, да, мы видим, кластер запущен. Кластер доступен. Все, все в порядке. Приходит момент, и нам нужно обновить версию. Так, какая у нас там 3.2.13 работала, точно. Кластер подредактирован. Да, да, мы создали кластер базы данных, хранилища и TCD. Да, в чатике спрашивают про ETCD. У Кубера есть свой ETCD. Но нам как бы не стоит с ним работать, если мы хотим хранить данные своего приложения. То есть в куберовском ETCD хранятся данные о Kubernetes кластере. Но мы можем написать свое приложение, которому нужно ETCD. Опять же, ETCD здесь взят только для примера. Есть операторы для всех, для большинства баз данных, для многих других сервисов распределенных. Это мог бы быть MySQL, конечно, под вопросом, но это точно могла быть Kafka, мог бы быть ClickHouse или что-нибудь подобное. Итак, мы видим сообщение, что сейчас происходит апгрейд, кластер апгрейдится, ну и мы видим, собственно, события о том, что происходит апгрейд, и он, наверное, уже завершен. Все. То есть паттерн-оператор, все вопросы, которые обычно решает оператор, администратор компьютера, решил за нас, автоматизировал. Да, по поводу того, что есть в Kubernetes. Можно посмотреть по всем namespace'ам, и мы увидим, помимо наших кластера ETCD, нашего приложения, запущена служба DNS, запущен Nginx Ingress, и Tiller – это часть Helm второй версии. Да, если бы это был какой-нибудь мини-кьюб, то, скорее всего, мы бы увидели здесь ETCD. Собственно, я могу показать, да, на развернутом мини-кубе ETCD уже есть, но это ETCD именно для Kubernetes. Нам может понадобиться свой. Итак, сейчас будет небольшое пересечение с предыдущей лекцией, с предыдущим докладом. Когда мы рассматривали Docker, мы рассматривали типичное веб-приложение и какие у него есть инфраструктурные проблемы, а также как Docker их может порешать. И мы отметили, что Docker более-менее решает проблемы приложения, но сопутствующие не очень. Теперь, собственно, если мы берем Kubernetes, то как мы можем закрыть эти проблемы? Ну, тут на самом деле все довольно просто. Kubernetes закрывает проблемы чуть более чем полностью. То есть с развертыванием окружения и с экзотическим каким-то окружением
сочетании с хелм-чартом, с готовыми хелм-чартами, проблема практически полностью закрыта. Логи Kubernetes собирает со всех подов, со всех контейнеров в поде. Логи всегда доступны, их можно складывать в какое-то хранилище, всегда можно выполнить kubectl-logs и увидеть логи текущие, можно увидеть предыдущего запуска при рестарте. Обновление кода закрывает объект deployment, он может постепенно обновлять инстансы приложения, в любой момент можно откатиться на предыдущую версию. Ну и обнаружение сервисов, мы смотрели, что в Kubernetes кластере доступно обнаружение сервисов как с помощью переменных окружения, так и с помощью DNS. Выводы, какие мы можем сделать. Kubernetes, в принципе, сейчас является доминирующей системой в оркестрации контейнеров. А если вы работаете с Kubernetes, то следует предпочитать декоративное описание объектов. Если вам не надо говорить запусти то-то, все, что надо, это просто описать состояние желаемое, и Kubernetes решит уже сам, как проще к нему добраться. Поды всегда участвуют, это базовый блок, который запускает Kubernetes для запуска приложений и всего остального. Но они должны создаваться какими-то другими сущностями. И, кроме всего прочего, Kubernetes можно рассматривать как некий интерфейс между облаком и своим железом. Мы это видели на примере сервисов, Ingress и так далее. Ну и архитектура простая, довольно легко расширяемая. Можно легко описать свои ресурсы, можно легко описать какие-то свойства машин, потребности, нагрузки. Этих различных контроллеров, различных операторов уже поднаписано огромное множество под абсолютно разные сервисы. И поскольку их довольно легко доставить, установить, как вы видели, это одна команда в случае хелма, то эти расширения действительно они пользуются, многие люди ими пользуются, то есть они довольно полезны. Масло масляное получилось. Так, на этом все. Я готов выслушать ваши вопросы. Можно в чат, можно будет, наверное, голосом задать. На всякий случай на слайде приведено краткое содержание, что было, если кто-то забыл какой-то вопрос. Спасибо большое. Здорово. Я сейчас разрешаю включить у себя звук в безопасности, поэтому у кого есть желание голосом вопросы задавать, включайте, задавайте. Можно и в чатике. Так, в чатике вопрос. Насколько все сложно с сетью в Кубере? И я не могу, у меня нету такого большого прямо опыта работы с разными сетями. То есть Кубер предоставляет, да, если мы говорим про DNS, настройка, поиск причин потери трафика, DNS. DNS, с ним, мне кажется, все просто, то есть
на примере нашего кубера мы можем увидеть, у нас запущен DNS, у нас запущен сервис, то есть мы можем спокойно зайти, посмотреть, если что-то не работает, если DNS-сервер недоступен. А вопрос дополняется, с IP tables плотно приходится работать в кубере. Нет, кубер, собственно, тем и прекрасен, что он закрывает все эти вопросы, он выступает такого рода абстракцией. Опять же, в каком кубере? Если мы говорим про кубер, например, в каком-то публичном облаке у Амазона, то там вам точно не придется работать с IP tables. В кубере мы работаем через свои примитивы. Для того, чтобы описать взаимодействие наших частей приложения, мы создаем сервис. А задача кубера — настроить IP tables и сделать все, чтобы наши приложения, инстансы видели друг друга. Command line или есть GUI. На самом деле все через API. Есть Kubernetes API, на него есть спецификация, это RESTful протокол. На него есть на официальном сайте спецификация. Соответственно, можно посмотреть. Все работает через API. Когда мы запускали kubectl в консоли, давайте я даже верну архитектуру. Каждый раз, когда мы запускаем kubectl в консоли, kubectl, по сути, подключается к kubeapi-серверу и отправляет, собственно, HTTP-запрос. Поэтому, нет, не все через консоль, то есть это просто довольно удобно многим. Но также есть множество различных сервисов, множество утилит, как и прямо десктопных приложений, которые вы можете запустить, подключиться к вашему kubeapi серверу. Также множество есть веб-приложений, дашбордов. Даже в самом Kubernetes есть дашборд, то есть в самом проекте Kubernetes есть дашборд, который позволяет увидеть довольно много информации про кластер, запущенные там поды, namespace, в общем, практически все, что можно посмотреть в консоли, там можно посмотреть. Ну и, соответственно, если вы прикручиваете Kubernetes в какой-нибудь CI/CD, то тоже вам уже не надо вручную применять ямлики, CI/CD автоматически работает с Kubernetes и загружает туда нужные объекты. Какие еще контейнеры поддерживает куб, кроме докера? Какие еще контейнеры? Да, я говорил про контейнер runtime, то есть это протокол, который родился, является именно частью самого Kubernetes. То есть само создание этого протокола, сам факт, что он публично доступен, позволяет запускать абсолютно любые контейнеры. То есть вы можете, если у кого-то есть контейнер runtime, его легко адаптировать с помощью плагина для работы с Kubernetes, и для этого не надо Kubernetes даже зарабатывать, не надо как-то коммуницировать. Поэтому все рантаймы, даже я не думаю, что кто-то перечислит, но основные, это, естественно, остается Docker, точнее, его часть, ответственная за рантайм, контейнер D. Есть Rocket,
RKT есть Podman, то есть ну, с появлением CRI интерфейса, контейнер рантайм интерфейса, разных рантаймов появилось довольно много. Когда не надо использовать куб? Ну, есть, конечно, множество холиварных споров по поводу, там, не знаю, базы данных в Кубернетесе, да, нет. Не хотелось бы сильно про это говорить. Ну, в целом, можно сказать, если у вас контейнеры, то если у вас не контейнеры, то да, то у вас просто приложение написано, которое работает на GoP-железе, то затащить его в Kubernetes, да, это еще надо поработать. То есть тут как бы куб вообще не очень применим. А если же у вас какие-то контейнеры написаны, работают, ну, то есть просто надо смотреть самим, есть проблемы с тем, чтобы это все оркестрировать, запускать, обновлять. То есть если у вас каждый день приходят какие-то изменения, новые версии, и там, не знаю, надо много чего вручную делать, какие-нибудь сервис Discovery. Ну, то есть просто можно посмотреть. Вот самое основное, то, что я вначале приводил, ссылка на там, одна из первых страниц документации, чем является Kubernetes. Там написаны пункты, там автоматическое раскидывание контейнеров по машинам, автоматическое восстановление после сбоев, сервис Discovery. То есть, если вам что-то из этого нужно, то вы можете использовать Kubernetes. Если вам нужны все эти пункты, ну, тут как бы, скорее всего, если вы не используете Kubernetes, то надо обязательно про это подумать. А какой CNI посоветуете? Никакой не посоветую. Как я уже говорил, у меня не так много опыта с сетями в Кубере. Не перевешивают ли накладные расходы на поддержку кластера, профиты от использования Кубера? Ну, это надо, конечно, подумать. Ну, на самом деле, накладных расходов, ну, не так, чтобы много. То есть, смотрите, опять же, вот у нас открыта архитектура. На рабочих нодах запущено, все, что запущено, это парочка демонов. У них практически нет накладных расходов. То есть, ну, мы сейчас не говорим про контейнеры. То есть, я так понимаю, вопрос, если у нас так все запущено в контейнерах, дальше вопрос, где накладные расходы? Накладные расходы на контрол-плейне. Самое большое, почему здесь могут быть накладные расходы, это в том, что если вы хотите обеспечить высокую доступность, то, ну, как минимум, должно быть несколько машин. То есть для правильного консенсуса лучше всего там, три машины. Лучше всего три машины сделать. Соответственно, вам нужно держать три машины просто для control plane. Они не запускают, то есть там можно тоже запускать нагрузку, но, опять же, лучше не делать этого. Вот такие накладные расходы. Ну, а если вы используете Kubernetes в облаке, то managed Kubernetes, то у вас нет никаких накладных расходов. То есть вы платите там либо какие-то 10 центов в час. Вот и все ваши накладные расходы. Перевешивают ли профит? Ну, это надо смотреть именно, собственно, в конкретном случае есть профит и насколько его можно оценить. Следующее. Максимальное число нод,
что вам приходилось держать в кубере. Прямо в данный момент, тут такое дело, что прямо в данный момент я не занимаюсь эксплуатацией самого Kubernetes. Мы занимаемся исследовательским R&D-проектом. То есть у нас нету продакшена. Но вообще, если, чтобы дать хоть какие-то ориентиры, опять же, можно посмотреть на облачные решения, то есть у них там есть информация о том, что у Гугла, по-моему, можно к его managed сервису подключать 5000 нод, у других 1000 или что-то такое. Ну, то есть порядок, в принципе, нод — это тысячи. Ну, может быть, десяток тысяч, но там уже, вот там уже начинаются сложности. Ну, то есть кластер на 1000 нод — это вообще без проблем. Если Ctrl-P не самые дохлые машины. Как же все-таки из Git попадает на Kuber? CI/CD, а как Jenkins пинает Kuber? Да, когда мы говорили о том, чем является и чем не является Kubernetes, есть отдельный пункт в официальной документации, чем он не является. Он не собирает ваши приложения и не деплоит их. То есть CI/CD должен быть отдельно. Это может быть Jenkins, это может быть TeamCity, GitLab, CI, что угодно. Ну, то есть нужно собрать, для того, чтобы приложение из Git попало в Kuber, нужно собрать образ контейнера, нужно собрать какие-то либо просто в виде YAML описания объекта Kubernetes, либо Helm chart, и применить Kubernetes. Соответственно, есть множество уже систем, которые вокруг этого построены, там какой-нибудь Flux, CD, ну, их просто полно. Ну и, соответственно, все CI/CD-системы, известные в той или иной мере, как-то уже умеют взаимодействовать с Kubernetes. И, соответственно, если у вас уже настроены эти пайплайны, то CI/CD, так же, как и все, подключается к API-серверу и там автоматически, либо по нажатию кнопки, новые версии вашего приложения раскатываются по куберу. Раньше я слышал, что базы данных не стоит держать под кубером. С чем связано и можно ли держать базы под кубером? Можно ли завалить? Так, давайте про базы данных. Про базы данных я уже говорил, что вопрос довольно холиварный. В принципе, если у вас работает, опять же, если мы говорим про там, свое железо, если у вас работает база данных, то вот просто так продакшн тащить в кубер нет никакой необходимости. Из кубера точно так же можно сделать сервис, который будет смотреть на внешнюю базу данных и с ней работать. Поэтому там на большом продакшне можно работать и так. Но даже в этом случае встречаются такие схемы, когда на продакшене работает база данных отдельно, а в каких-то тестовых окружениях, тестовые, там, стейджинговые окружения разработчика, база данных поднимается в Kubernetes, в том числе для каких-нибудь там end-to-end тестов, для интеграционных тестов. То есть, опять же, для тестов очень удобно поднимать в контейнерах базу. Поэтому
Ну и поскольку там не нужно обычно там максимальный перформанс, то с этим ничего страшного, а преимущества перевешивают. Можно ли завалить кудер? Ну, наверное, я бы хотел уточнение вопроса. Завалить в плане поломать или в плане нагрузки, да, завалить под нагрузкой. Ну, в плане поломать, кратко скажу, я уже говорил, то есть если Control Plane обычно делается высокодоступным, несколько машин, даже если одна машина выходит из строя, база ATCD автоматически реплицируется, остальные машины продолжают обслуживать кластер, машину можно потом поднять, то есть доступность, в принципе, обеспечивается. Ну, естественно, там какой-то, может, последний момент, там, может, последнее какое-то изменение, может, потеряется, да, если упал как раз мастер и ETCD. Теперь, собственно, про нагрузку. Нагрузка – это, в общем, довольно комплексная вещь для Kubernetes. Опять же, в чем ее мерить? В нодах, ну, тоже в этом плане, то есть если у вас никаких сервисов не запущены, можно там на современном железе хоть 100 тысяч нод подключить, ну, кублет подключился к API-серверу, и все. Никакой нагрузки не дает. То есть нагрузка идет от действия, от того, что происходит, от того, что создаются новые поды, от того, что там машины выходят из строя, поды переезжают, изменяются, новые версии деплоятся. Поэтому это довольно комплексная величина, чтобы сказать, что там у нас вот 100 тысяч подов, и кубер не справляется. Ну, 100 тысяч просто запущенных подов, ничего страшного. А вот если у вас там эти 100 тысяч подов каждый день обновляется версия, деплоится, то да. Теперь, собственно, по поводу того, что завалить. Ну, завалить его довольно сложно, как минимум потому, что есть в самом кубере, в его компонентах, есть защитные механизмы. Есть ограничения по количеству запросов. То есть там все стандартные контроллеры, шедулер, кубелеты, они написаны именно так, чтобы даже в случае чего не завалить целиком кубер. Поэтому если у вас нагрузка большая, то все может подтормаживать. То есть вы выкладываете новую, там, не знаю, версию сервиса на 1000 подов, и у вас обновление будет идти там, с какой-то задержкой. Вот. Но он продолжит функционировать, то есть будут задержки. Ну, про перформанс еще что можно сказать? Что куб API-сервер, он, в принципе, горизонтально масштабируется. То есть обычно одним из узких мест является ETCD, потому что, несмотря на то, что это распределенная база данных, там все равно один мастер, который выполняет все апдейты, изменения. Там тоже есть свои техники, как получить перформанс. Например, в Kubernetes можно сделать, ну, во-первых, ETCD можно вынести отдельно, поставить на быстрые машины с SSD, можно разделить на несколько ETCD, в одном Kubernetes будет хранить сами данные, в другом будут храниться очереди сообщений, то есть Kubernetes это поддерживает. И, в принципе, можно до какого-то большого, до какой-то нагрузки, в принципе, его дотянуть.
Так, чем мониторить? Чем угодно. То есть, ну, во-первых, этот вопрос надо разделить на то, чем мониторить сам Кубер или чем мониторить приложение в Kubernetes. Про приложение, ну, то есть, опять же, чем привычно? Стандартный набор Prometheus, Grafana, куча готовых дашбордов и прочего. А у Prometheus есть сервис Discovery для работы с Kubernetes. То есть вы ставите Prometheus, настраиваете его на... настраиваете точку сбора на этот сервис Discovery, Prometheus подключается к API-серверу, и когда вы выкладываете новое приложение, то оно автоматически, там, метрики с него начинают автоматически собираться. Мониторить сам Kubernetes, ну, тоже, в принципе, там, можно начать с Prometheus. То есть у всех компонентов самого Kubernetes есть эндпоинты для сбора метрик в Prometheus, в этом в формате Prometheus. А куба API сервер отдает метрики просто там же, где отдает API, просто slash metrics. Так, я думаю, наверное, все про мониторинг. Ну, опять же говорю, то есть я уже говорил, что есть различные дашборды, встроенный дашборд, различные приложения, которые подключаются к Kubernetes, позволяют посмотреть, что там есть, а также большинство из них позволяют посмотреть метрики. Да-да-да, так, сейчас. Для нового стартапа Kubernetes обязательный? Ну, конечно, это же сейчас самая хипстерская технология. Без Kubernetes продаж не будет и инвестиций. Долго приходится искать, почему код не поднимается. Ну, на самом деле, особо-то искать не приходится. То есть я показывал, что мы можем посмотреть Describe, там будут все события, которые приходят с подом. Ну, то есть, когда запускается новый под, команда на запуск уходит в рантайм. В рантайм уходит команда на то, чтобы скачать образ, скачивается образ, потом он запускается. Если в рантайме случились какие-то ошибки, мы это увидим в самом дескрипшене в ивентах. Если в рантайме нет ошибок, ну, то есть там с образом все в порядке, нету никаких проблем там с ресурсами, с тем, что там что-то неправильно указано, еще что-нибудь. В общем, все, контейнер запустился, значит, все, значит, запускается ваше приложение. Ну и дальше уже, собственно, приложение, если оно валится с какой-то ошибкой, то оно пишет, ну, правильно приложение, когда запустилось, пишет лог, если какая-то ошибка, пишет лог, логи можно посмотреть. Ну, естественно, да, если у вас написано приложение, которое логи не пишет, в случае каких-то проблем молча выходит, то искать, почему под не поднимается, можно долго. Ну, а если все с логированием нормально, то я еще не встречался с тем, что долго бы не понять, почему. То есть, если под не поднимается, обычно есть какая-то причина. Либо образ недоступен, либо образ не той архитектуры, либо еще что-нибудь. Админ Кубера — это отдельная специальность или навык DevOps-инженера? Типа Ansible. Ну, опять же, все зависит от, то есть, во-первых, от того, что значит админ Кубера. Одно дело, когда вы делаете какое-то приложение и запускаете его в кубере в облаке, а другое дело, когда вы
на своем железе, на большом дата-центре устанавливаете Kubernetes, устанавливаете сети и прочее. То есть, да, если вы ставите свой Kubernetes, то, наверное, специальный админ разберется с этим быстрее и правильнее. А если же вы просто делаете приложение для того, чтобы оно запускалось в Kubernetes, то я не думаю, что должен быть для этого отдельный человек. Но, опять же, это тоже, наверное, тема споров о том, кто такой DevOps, да, кто-то считает, что DevOps это отдельный человек, отдельная позиция, а кто-то считает, что DevOps это просто принципы, которыми могут пользоваться все разработчики. А вы свой Docker Image Registry поднимаете? Так, да, вопрос про Image Registry, да, естественно, для того, чтобы запускать контейнеры на своем кластере, неважно чего, кластере из докера, приправленного shell-скриптами, кластере докер-сформа, чего-то еще, скорее всего, необходим свой докер-регистри. Ну, опять же, правильнее будет сказать, докер-регистри необходим, неважно чей, свой он, вы можете точно так же использовать публичный. Кажется, на докер-хабе можно даже там купить приватный репозиторий, который будет закрыт и настроить, чтобы образы оттуда качались. Ну, то есть, ну, скорее всего, да, то есть, если у вас какой-то большой парк машин, то, скорее всего, проще свой поднять Docker Registry, в этом как бы ничего сложного нет. Так, приложение как-то нужно адаптировать под Кубер, если оно уже работает не в Кубере. А в целом нет. Да, вон там еще добавляют в чате отсылку к 12-факторным приложениям. А, как я уже говорил, если приложение уже работает в контейнерах, то какой-то особой адаптации к куберу не требуется. Ну, то есть, если приложение работает в контейнерах, образ контейнера правильно собран, получается извне конфигурацию. Service Discovery, то его точно так же можно запустить в кубере. Естественно, то есть для этого надо будет какую-то обвязку для подключения томов, для подключения там, даже не знаю, чего еще. Но если у вас есть приложение в контейнере, особенно если это приложение stateless, то его можно просто вот так вот ходу запускать в кубере. Ну, а если это еще не контейнер, то, собственно, отсылка к 12-факторным приложениям и к предыдущему докладу про докер.